Медоносные пчелы строят соты из воска, который выделяется железами, расположенными в нижней части их брюшка. Соты – это чудо инженерного искусства. Почему? Обратите внимание, издавна математики полагали, что в отличие от квадратов, равносторонних треугольников или каких-либо других геометрических фигур, именно шестиугольники, лежащие в основе пчелиных сот, лучше всего подходят для максимального использования пространства. При этом расходуется и минимум строительного материала. Но ученые не могли объяснить, почему. В 1999 году профессор Томас Хейлс раскрыл секрет пчелиных сот и обосновал свои доводы математически. Он наглядно объяснил, почему идеальной фигурой при делении единого пространства на более мелкие части является правильный шестиугольник. Шестигранная форма ячеек позволяет пчелам делать соты легкими, прочными и расходовать минимум воска. Это также дает им возможность наиболее рационально использовать доступное пространство и хранить максимальное количество меда. Недаром пчелиные соты называют архитектурным шедевром. Сегодня принцип пчелиных сот применяется учеными для создания конструкций, сочетающих в себе упругость и компактность. Например, в авиастроении используются панели со структурой в виде сот. Самолеты, изготовленные из таких конструкций, обладают большей прочностью и легкостью, что снижает расход топлива. Как вы думаете, объясняется ли уникальное строение пчелиных сот слепым случаем?